Друзья, всем привет, мы вновь на Ческом. Америка. Да, поехали. Мастер фиды. И у нас дебют 4 коней. 2-0. D3. Взяли, подняли. Так, не знаю, куда здесь ходят. Куда сдают. Вот я E1 пойду. Вообще, надо, конечно, зубрить все это дело. D4 пошел. Тут так, слона на F1. Ой, конь D8, это что за маневры? Так играют, да? Просто не местные, не в курсе. Ну, сейчас DE. Слона 3 уже идея есть такая. Либо сразу слона 3. Конь D7. Коряво совсем смотрится. Так, а как здесь усилить позицию? Опять конь c6 пойдет. Это нам не надо. g3, конь h4. Такая идея может быть. Ну-ка, давайте попробуем. Опачки. Ослабляемся. Это уже радует. Так, слона теперь на другую диагональ перебазируем. И пошли, да? У него тоже все фигуры на последней. Видимо, у меня есть время для подобных, для подобной активности. ЖФ. С5. И Е5 хочется, да? По центру долбить. Так, взяли... так, чем поднять? Фе, наверное. Фе. Конь Е6. Ферзь Ж2. У меня есть идея пойти слон Д3. Куда-то там накатить, пока... Пока еще не успел он закончить развитие, так сказать. Правда, что я придумал, скажем, на ход ферзь g7, я пока не знаю. А на e5 пешка висит. Неприятно. На cd он пойдет конь d4, да? Ну, давай, ладно. Конь d4, слон b2, видимо, придется ходить. Так, теперь ладья F1. Так, ну что, даешь красотушечку? Ладья F6 бы куда-нибудь запилить, да? Но пока, видимо, не проходит. Но ладья F6 держу за скобками. Ладья F6, конь F6, Ферзь G8. Где-то там вот прям... маячит. Можно, кстати, усилить позицию, сыграть ладья f3, например, или ладья f2. О, нет, ну теперь просто у меня нет выбора. Ладья f6 я пойду обязательно. Конь ой, сейчас шедевр будет, друзья. И слон a3, просто холодный ход. Ладью бить никто не будет. Так, сейчас. Ладью бить никто не будет. Ферзь g3 пока аккуратно. Слон c6. Так, конь f5 там нигде не проходит. Конь f5. Слон на d3 здорово стоит. Слон d6 какой-то параллельный ход. Ладно, пока типа усилюсь. Где-то форсаж должен быть, я его не вижу. Давайте пока штык король h2. Какие полезные ходы. Пусть он сам думает, что делать. Конь f5. Ой, конь g6 какой-то накат. Взяли.
Так, вроде должен я выигрывать. Конь g6. Там потом в конце варианта я h4 пойду. Я g6. Забрали. Слон e7 и h4 в конце варианта. По-моему, я остаюсь лишним материалом. h4. Две фигуры за ферзя. Маловато должно быть. Так, побежали. Нет, сначала... Стоп, сначала, потом, ладно. Сначала, ежели потом. Так, ладно, сюда. Взяли шах. Побежали. Так. Позиция должна быть выигранной. Ай, мат. Да, друзья, все-таки успел я влепить Матильду. Да, но вот меня другой вопрос интересует. Мне казалось, что вот здесь вот... Так, сейчас... Ладья e7, слон a3... Не, ну ферзь b7 я такие ходы не считаю. Да, ну, кстати, вот форсажа не видно. Казалось, что уже полный привет. Да, но здесь... Кстати, здесь я неправильно сыграл. Хотя, может быть, и правильно, да? Взял. Не, ну это-то выиграно. Да, друзья, ну вот такая вот партия. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо. И до новых встреч.